часы, настенные наручные настольные, будильники, барометры, аксессуары, подарочные сертификаты. Часы – лучший подарок. Магазин «Часы», Первоуральск, Чкалова, 43. Ситуация у нас благоприятная. Значит, заболевших коронавирусом у нас никого нет. Есть одна женщина, которая проходит в инфекционном отделении, лежит в боксе. Она была в Индии, затемпературила по приезду. Мы ее туда госпитализировали, обследовали. Коронавируса нету. Она практически на второй день уже перестала температуру. Всех приезжающих из-за рубежа мы отслеживаем. Вот каждый день ко мне ложится на стол список приезжающих из-за рубежа. Вот он у меня на сегодняшний день, этот список. Здесь 68 человек вот сегодня. Мы должны обследовать, взять мазки у тех, кто приехал из-за рубежа. Три бригады медицинских сестер работают, приезжают, берут анализы и отправляем в центр санэпиднадзора в Екатеринбург на переулок отделение 3. Но мы сейчас пока работаем в обычном режиме. Значит, конечно, усиливаем бригады по забору вот этих вот обследований, те, которые приезжают из-за рубежа. А так обычно пока идет, значит, работа. Но мы готовимся к этому всему, значит, и стараемся, чтобы у нас были, значит, все средства, были защитные костюмы, маски, перчатки, шапочки, бахилы. Это мы все делаем определенный запас, вот, для того, чтобы, если наступит время, чем мы были готовы и начали работать. Вот. Ну, я так негласно, значит, пока приостановил по некоторым направлениям деятельности наших врачей отпуска. Вот. Ну, кого-то отпускаем, кого-то не отпускаем. От кого отпускаем, то с условием, чтобы они были здесь, и мы могли в любое время их вызвать, и они должны приступить к работе. Самое основное – это на сегодняшний день самоизоляция. Должны сидеть дома, особенно люди пожилого возраста, которые, значит, в группу риска входят по коронавирусу. Что касается ОРВИ и гриппа, тоже вспышки никакой нету. Даже какое-то снижение пошло в этом плане. Люди меньше стали общаться, меньше приходить в поликлиники. И это уже сказывается о том, что люди меньше стали болеть.